Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет Таро. Сейчас мы посмотрим среду. Что же нам посоветует Таро на среду? Ну и, конечно, что же карты видят, что может произойти в среду? Передвижение, много переездов. И для некоторых из вас вы действительно будете переезжать куда-то. Некоторые из вас хотят перемен именно в вашей карьере, в вашей работе. То будете смотреть, куда же можно, где, как можно поменять ваше место работы. Вот тут именно день, в который будет очень много передвижений. Для некоторых из вас это начало долгожданного отпуска также. И еще это может быть планирование какой-то поездки. Это может быть поездка деловая, также и поездка в отпуск куда-то на отдых тоже. Что могу сказать, что не переживайте. Для тех, кто хочет сменить место работы или место жительства, не переживайте. Стремитесь, делайте по этой карте. Вот ваши решения в связи с переменами будут очень позитивными для вас. Пошел английский язык вдруг, и я начинаю переводить с английского на русский. Это очень интересно. Когда я на английском предсказываю, у меня русский идет иногда. Так вот, все, что вы решите и предпримете в сторону изменений, все будет позитивно, все будет в вашу пользу. Помните об этом. Также в этот день я вижу, что будут переезды, связанные с планированием каких-то интересных событий. И имеется в виду, что планирование каких-то корпоративов, планирование дней рождений, даже свадеб, юбилеев. Вот тут я вижу, что много передвижений у некоторых из вас будет именно связано с какими-то датами. Ну, а также по этой карте могу сказать, что все, что вы будете делать в этот день, принесет свои результаты. Но именно ваши действия, не ваши планы, не ваш анализ, а именно ваши действия для того, чтобы изменить что-то, изменить так, как вы хотите, вам именно надо будет действовать. Не просто планировать, мечтать, а именно что-то делать. И могу сказать, что придет какая-то идея, которая захватит вас полностью. Или вы будете обдумывать какую-то новую идею, что-то абсолютно новое для вас, но что вас очень интересует. И вот для того, чтобы воплотить эту идею, для некоторых из вас нужно будет что-то изменить, не изменить в ваших мыслях, не изменить даже в действиях, а именно изменить вместе, место. Вот эта карта очень ярко говорит о передвижениях и смене места. Вот смена места может помочь вам и воплотить в жизнь что-то абсолютно новое и интересующее вас, и захватывающее вас, вдохновляющее вас. Вот так я это вижу здесь.